Поехали. У бабушки был прекрасный низкий голос. Она пела очень красивые песни и часто пела латышски. И меня учила. Но единственное, что я запомнила, так это куртутеце, куртутеце гай литман. Куртутеце, куртутеце гай литман. Мейтам я прецинек, мейтам я прецинек. Это все. А еще была песня Ригадинт, 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 Динденай, траля-ля, траля-ля, Ригадинт, Динденай. И это опять все. И еще она мне пела песню, которую любил напевать прадед, о том, что некого героя этой песни обвиняют в том, что он слишком быстро ездит верхом, загоняет лошадей и много пьет. И тогда он отвечал, что загоняю своих лошадей и пью на своих. Вот такой был самостоятельный человек, очень твердый. Стоп.